Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, канале, на котором вы каждый день найдете по несколько видео обо всем, что в игре происходит, и снимая эти видео сразу, как только что-то появляется в игре. И в игре у нас появились контейнеры на высшие хищники. Тема, конечно, интересная, заманчивая, все мы хотим десяток, но вот вопрос, а точно ли оно вам надо? Я вообще не рекомендую открывать контейнеры, крутить рулетки, особенно те, в которых вы не знаете, что вы получите. Да, здесь можно получить какую-то десятку и, возможно, за какое-то количество контейнеров десятка все-таки вам выпадет, но вот вопрос, а точно ли та десятка, которую вы действительно хотите? В моем случае открывать данные контейнеры на моем основном аккаунте смысла нет никакого, потому что, как видите, из списка танков, которые есть в этом контейнере, у меня нет только ВЗ-111-5А, и я не сильно тороплюсь его себе приобретать, жду максимально выгодных условий. Стоит также отметить, что открывая контейнеры, вы собираете себе талисманы, и собрав 30 талисманов на высшие хищники, получаете себе сертификат. Из него гарантированно забираете какую-то тачку. В отношении стоимости определяйтесь самостоятельно, пишите мнение в комментариях по поводу того, действительно ли цена соответствует качеству. Мое скромное мнение, если уже психовать и если у вас нет десяток, но есть достаточное количество золота, то лучше всего, понятное дело, приобретать целых 30 контейнеров одним махом. Именно так сделал Тимур. Тимур, спасибо тебе большое за очередное присланное видео. Он открыл именно такое количество, и я, в принципе, понимаю, почему он так сделал. Не имея десяток в ангаре, вы гарантированно хотя бы получаете одну десятку из вот этого вот сертификата, который соберете за счет талисманов. Покупая меньшее количество контейнеров, вы рискуете открыть их в холостую, ничего из них не получить, кроме сертификатов на свободку иксов и подобных вещей, и остаться, в принципе, без ничего, и в частности потратить довольно-таки немалую сумму по голде. 40 500, да, безусловно, тоже деньги немалые, и за эти деньги можно вполне спокойно купить, ну, минимум 2 десятки, и если повезет, то 2 десятки и еще какой-нибудь танчик левелами пониже, в составе каких-то наборов с легендарным внешним видом и так далее. Что получилось у Тимура, давайте вместе посмотрим, а потом подобьем итоги. Я еще видео не видел, видел только первый контейнер, ну и дальше буду смотреть вместе с вами. Давайте заценим и оставим свое мнение в комментариях, что вы об этом думаете. Итак, ребят, поехали. Первый контейнер. С первого контейнера, ну вот то, что я говорил, сертификаты на свободку, иксы и пока ничего. Ну, было бы странно, если прям с первого конта, но я считаю, что из вот этих вот 30 контейнеров лучше всего, а это если вам выпало минимум 3 десятки. Тогда вы 100% окупились, еще и в плюс ушли, особенно если этих десяток у вас не было. Ну, а вот если вы достанете себе 1 десяточку сугубо из талисмана, то тогда просто частичный окуп и на 50% минимум уходите в минус, в зависимости от того, какая конкретно десятка вам упадет. Пока ничего не падает, пока ничего не падает, и открытие, как я вижу, довольно быстрое, просто прощелкивает, ничего не дожидаясь, или наоборот, видя, что ничего нет, идет вперед для того, чтобы все-таки тачку достать. Сколько уже контейнеров открыли? Открыли уже, слушайте, немало, немало, 1/3 прошли, и до сих пор ничего нет, до сих пор ни одного танка за 10 контов, уже получается даже за 12. Как-то не густо, как-то не густо. Хотелось бы, чтобы падало получше. Хотя бы 1 десятка и 1 десятка из сертификата. Тогда еще хоть как-то в ноль можно выйти. Нет ничего. Нет ничего. Ребят, ну только правдивые видео найдете у меня на канале. Ничего не скрываю, ничего не рекламирую. Вот здесь танчик должен сейчас быть, да? Да, танк. А нет, внешний вид на пиранью. Притормозило, я думал, что будет танчик сейчас. Но, давай, блин, да ну, 20 контейнеров и нифига, просто ничего. Ребят, 20 контейнеров в холостую. Я в шоке, блин. Чё происходит? Алло, разработчики, подкрутите человеку, он 40 тысяч влил. Мама моя дорогая. Мамочки, я уже нервничаю. Ну, наконец-то. Наконец-то. Чифтейн МК6, один из лучших танков 10 уровня, падает. Ну, в любом случае, в голом состоянии 17,5 он стоит. Как ни крути. Еще, да? А, нет. Сертификат собрался. Собрался сертификат. Я так понял, что у Тимура были еще талисманы в загашничке. И объект 268/4. 2 десятки. 2 десятки на грани фола, ребят. На грани фола находится Тимур сейчас.
Ну неужели? Неужели? Неужели останется в минусе? Два контейнера. Два конта. Нет ничего. Последний контейнер. Но держу пальцы за тебя крестиком, дружище. Да! Т-22СР падает в ангар. Ребят, суммарно получается, Тимур забрал себе 3 десятки за 30 контейнеров. И потратил на них 40 с половиной тысяч голды. Плюс получил там какие-то сертификаты на свободку, иксы и подобную лабуду. Я лично считаю, что Тимур вышел в плюс. Вы же, друзья, свое мнение пишите в комментариях. Пока будете его писать, я пошел снимать следующее видео специально для вас. Абсолютно честное, ну и абсолютно никак не рекламирующее какие-то платные игровые события в нашей игре. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.